Тебя как зовут? Дима. Что тебе в парке понравилось сегодня? Милицейский. А кем хочешь быть? Милицейским. А что будешь делать, когда станешь милицейским? Ловить бандитов. Ух ты! А ты в каком классе? С февром. Так тебя поздравить можно. А что тебе в школе понравилось больше всего, когда пришел в школу? Линейка понравилась. Линейка. А что не понравилось? Да все понравилось. Все понравилось. Ну тогда можешь поздравить своих одноклассников с 1 сентября. Скажи, я всех поздравляю с 1 сентября. Всех поздравляю с 1 сентября. Молодец. Как у вас прошла линейка на 1 сентября? У тебя была линейка? Да. Да? Как тебе понравилось? Да. А что понравилось? Что они пели, девочки. Девочки пели? Да. Хорошо, а какая твоя любимая профессия? У тебя есть уже? Кем ты будешь, когда вырастешь? Я буду лечить животных. Ты будешь ветеринаром? Да. Какое твое любимое животное? Собаки, кошки. А у тебя есть собаки или кошки? Да, у меня есть собаки. Еще лошадей я хочу. Ты хочешь лошадей? А как да. ты зовешь лошадей своих? Первую Мария. Мария? О, какая молодец. Ну все, давайте дальше. Ты стишок хотела рассказать? Да. Стишок, да. Все, давай. Светлый день, весело таращится. Лупоглазый, как тюлень, озорной, как ящерица. Светлый день, как олень. Весело дурачится, все немножко набекрень и чуть-чуть покачивается. Держите микрофон. Как вас зовут? Представляйтесь, как вас зовут? Меня Кирилл. А тебя как? Меня Артем. Артем и Кирилл. Сколько вам лет? Мне 7. Мне 7. Вы первоклассники? Да. Ничего себе. Праздник для вас. Как прошла линейка в школе? Понравилось? Как прошло 1 сентября? Да. Понравилось? И что было? Расскажи, как прошло. Прошло все хорошо. А кем вы хотите стать, когда вырастете? Я летчиком. Ты кем летчиком? Я тоже летчиком. А что вы будете делать? Летать. Летать. А кого будете возить? Пассажиров. Далеко летать будете? Да. Какие страны? Молодцы. Куда будете летать? Будете в Америку летать? Да. Все, теперь вас все знают. Вы будете летчиками. Молодцы. Как тебя зовут? Меня зовут Полина. А фамилия как у тебя? Шадрова. Сколько тебе лет, Полина? Мне 7. Скоро будет 8. Скоро будет 8? Ты в школу в этом году пошла? Нет, я уже второклассница. Ты второклашка? Как прошла твоя линейка на 1 сентября? Хорошо. Можешь песенку какую-нибудь нам спеть? Я только про зиму помню. Ну давай про зиму петь. Белые снежинки кружатся с утра, выросли сугробы посреди двора, стало снежинок, улица светлей, только одеваться нужно потеплей. Привет! Как тебя зовут? Меня зовут Петя. А фамилия как твоя, Петя? Крупнов. Как вот. Еще раз? Крупнов. Отлично. Петя, сколько тебе лет? 6. 6? Ты в этом году еще в школу не пошел? Ты еще в садик не ходишь? Я в садик не хожу. Не ходишь в садик? А нет. В школу хочешь? Нет, не хочу в школу. А стишок знаешь какой-нибудь? Нет, я не знаю. А песенку? Главное, ребята, сердце мне постареть, пой. Знаю. Давай, давай. Главное, ребята, сердце мне стареть, песню, что вы думали, до конца допеть. Главное, в дальний путь собрались мы, а в этот край таежный только самолетом можно долететь. А ты улетаешь?
летающий вдаль самолет, сердце свое сбереги. Молодец. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Ваня. Ваня, как твоя фамилия, Ваня? Слесаренко. Отлично, Ваня, сколько тебе лет? 7. Ты в этом году в школу пошел? Да. Ты первоклассник? Да. Как прошла твоя линейка, Ваня? Хорошо. Тебе все понравилось? Да. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Строителем. Строителем? Ты будешь дома строить? Да. А чего стесняешься? Такой великий человек растет, а ты стесняешься. Для кого хочешь дома строить? Для жителей или для кого? Для жителей. Высокие дома будешь строить? Да. Ну, молодец, Ваня. Красотка какая. Как тебя зовут, девочка? Полина. Микрофон говорит. Полина. Полина, а как твоя фамилия? Фещенко. Как? Фещенко. А сколько тебе лет, Полина? 7. 7 лет? Ты в этом году в школу пошла? Да. Как тебе линейка? Красивая линейка? Да. Ты учила какой-нибудь стишок на 1 сентября? Mm-mm. А песенку знаем какую-нибудь? Я знаю про... Я когда ходила на выпускной, я рассказывала стишок. Давай расскажем, мы тебя слушаем. Нарядился детский сад, не узнаешь прямо. Самый лучший свой наряд надевает мама. Все? Полина, ты молодец. Рома. А, Рома. Очень приятно, Рома. Как твоя фамилия? Слесаренко. Говори в микрофончик. А сколько тебе лет? 6. 6? Ты еще в школу в этом году не пошел? Не. Ты не первоклассник? Не. А что ты любишь? Петь. Петь? А споешь песню нам? Споешь песню? Да. Давай. Вот, пожалуйста. Я уеду жить в Лондон, где большая волна. Я уеду жить навсегда. Я уеду жить в Лондон, где большая волна. Буду жить навсегда. Ты молодец, Рома. Спасибо тебе большое. Как тебя зовут? Дарина. Дарина? Да. Очень приятно. Как твоя фамилия, Дарина? Алексеева. А сколько тебе лет? 6. 6? Ты на следующий год в школу пойдешь? Да. Дарина, у тебя есть какая-нибудь любимая песенка? Песенка? Да. Или стишок, может быть, какой-нибудь? Про бабушку есть стишок любимый. Давай мы послушаем тебя. Ходит наша бабушка, палочка стуча. Говорит мне бабушка, вызови врача. Будешь ты здорова. Да тебе лекарство. Будешь ты здорова. Если будет горько, ну что же здесь такого? Ты почерпишь чуточку, а уедет врач. Мы с тобой на улице поиграем в мяч. Будем бегать, бабушка, прыгать высоко. Ну что же здесь такого? Это так легко. Говорит мне бабушка, что же не ворча. Я не заболела, просто я старая. Просто очень старая, волосы седые. Где-то потеряла годы молодые. Где-то за далекими, за лесами темными, за горой высокую. Как туда добраться людям, неизвестно. Говорю я бабушке, вспомни это место. Я туда поеду, поплыву, пойду, годы молодые, я твои найду. Какая молодец! Спасибо тебе большое. Помаши ручкой в камеру. Всем привет! 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 Как тебя зовут? Маша! Маша, а фамилия твоя как? Ландикова! А сколько тебе лет? 6,5. 6,5? Ты на следующий год в школу пойдешь? А хочется в школу тебе? Да? Ты хочешь учиться? Ага. А споешь нам какую-нибудь песенку? Нет? А стишок, стишок может быть какой-нибудь? Да. Я люблю свою лошадку, притяжу ей шерстку гладку. Гребешком приглажу шерстку и верхом поеду в гости. Молодец! Спасибо тебе большое! Помаши всем ручкой! Пока! Пока! Держи микрофон.
Как тебя зовут? Арина. Арина, а фамилия твоя? Кляузер. Ой, какая красивая фамилия. А сколько тебе лет? 7. 7 лет? Ты в этом году в школу пошла? Да. Ты первоклашка? Да. Тебе нравится учиться? Хочется? Да. Да? У тебя есть какая-нибудь любимая песня или стишок? Стишок. Давай. В этот вечер мы, ребята, разжигаем наш костер, чтобы птицею крылатою он взвитнулся выше гор. Светить к небу искры пламя, светом озарись земля, чтоб костер, зажженный нами, было видно из Кремля. Как красиво! Спасибо тебе! Как тебя зовут? София. Смотри в камеру. София, как твоя фамилия? Истрофилова. Очень круто. Как, сколько тебе лет? 6. 6 лет? Ты на следующий год в школу пойдешь? Да. София, у тебя есть какие-нибудь домашние животные? Да, собака и кошка. Собака и кошка, а как зовут? Джесси и Сеня. Ой, как здорово. А кто это тебя так разукрасил? Ты кто сейчас? Кошечка. Кошечка? А у кошечки есть какая-нибудь любимая песенка? Нет. А стишок? Ну, надо что-то рассказать. Я загадку знаю. Давай загадку. Сидит красная девица в темнице, а коса на улице. Морковка? Да. Ой, какая ты молодец. Помаши всем ручкой в камеру. Пока-пока. Спасибо тебе большое. Как тебя зовут? Алексей. Алексей. Как твоя фамилия, Алексей? Андреев. А сколько тебе лет? 12. А как... близко не... Вот так тебя слышно, хорошо? Ты в школе учишься? Да. А в каком классе? В пятом. Тебе нравится учиться? Ну да. Нравится? Да. Ничего себе, песню споем? Давай. Какую песню? Нет, не надо. Давай любую песню, самую любимую. Все вместе. Да, микрофон. У меня нету любимых. А какие ты знаешь? Да. А вас-то как зовут? Тебя как зовут? Денис. Денис, а тебя? Лида. Лида? Очень приятно. Вы все, вы одногодки? Да. Давайте, ну, вы будете, давайте вы будете творческая группа. Как мы назовем вашу группу? Карамельки. Карамельки, давайте. Скажи микрофон, группа Карамельки. Группа Карамельки. Поет песню? Поет песню. Какую? Какую? Ну какие вы знаете песни? Ну давайте, ну что? Мы знаем песню. В лесу родилась. Ну давай. Новогодняя песня. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Че, машем в камеру? Пока-пока! Спасибо! Как тебя зовут? Арсений. Арсений? А фамилия у Арсения? Коновалов. А сколько лет тебе? Три с половиной. 3,5? Так ты уже совсем большой. А песенку знаешь какую-нибудь? Да. Да? Споем? Ну давай, не стесняемся. Давай споем песенку. Да. Давай. Еще родилась елочка. Ой, давай, какая хорошая песенка. Давай. Еще родилась елочка. Мама, в лесу скажу. Родилась елочка. В лесу она росла. Зимой и летом стройная. Зеленая была. Молодец. Спасибо тебе, Арсений. Помаши в камеру ручкой. Скажи всем пока-пока. Пока. Давай еще раз, помаши ручкой. Пока-пока. Спасибо. Бери микрофон. Как тебя зовут? Меня зовут Тимур. Тимур, какая у тебя фамилия? Кошкин. Сколько тебе годов? 5. 5? Ты еще в школу у нас не пошел. В школу хочешь? Да. Первый класс. Будешь учиться? Да. А кем хочешь стать, когда вырастешь? Военным летчиком. Военным летчиком. Это очень хорошая профессия. А какую-нибудь песенку знаешь? Или стишок, например? Я знаю песенку про Катюшу. Давай, споем? Да, давай. Микрофон, микрофон. Посчитай яблони и глуши, папы и туман над рекой. Выходила на Катюша, на высокий берег над крутой. Выходила на Катюша, на высокий берег над крутой. Молодец. Теперь помаши в камеру. Помаши, передай всем привет. Молодец. Как тебя зовут? Ваня. Как еще раз? Ваня? Да. Не бойся, все хорошо. Какая у тебя фамилия? Да, все хорошо. Какая еще раз? Да. Не бойся, мы же с тобой вот вместе разговариваем. Меня зовут Леша Шабалин. Меня зовут Леша Шабалин. Какая у тебя фамилия?
нет? В школу пошел? Да нет, в детском саду. В детском саду, да? А тебе нравится в своем детском саду? Нравится. Нравится? И тебя хорошо кормят? Да. А как ты думаешь, ты пойдешь дальше учиться на журналиста после окончания школы? Пойду. Пойдешь учиться на журналиста? Будешь, так же будешь смотреть себя по телевизору? Все, пойдем. Через несколько лет, когда станешь уже взрослым? Да. Смотрите Юргу ТВ. Смотрите Юргу ТВ. Молодец. Все, спасибо тебе.